Тюмени для транспорта открыли одновременно обе стороны совмещенного моста. Также запустили движение на одном из съездов от реки Тура до улицы Елизарова. Напомню, реконструкция моста началась еще в 2016 году. В прошлом появился первый дублер, в этом второй. Сейчас продолжаются работы по строительству транспортной развязки. К примеру, движение по улице Дамбовской планируют запустить до конца года. Значительно шире стала и улица Мельника, от Харьковской до Хабаровской. В проектной документации по данному объекту предусмотрено 6 полос движения в обоих направлениях, по 3 в каждую сторону. Это один из этапов реализации создания магистральной улицы Мельникайте. Следующим этапом это реконструкция от реки Тура до улицы Дружбы, создание надземных переходов. Работы еще очень много.